Не отстают и аграрии Ишимского района. Там часть хозяйств начали уборочную кампанию. Механизаторам в этом сезоне предстоит обработать 88,5 тысяч гектаров земли. Пока обмолотили 5% площадей. Преимущественно это горох, и здесь работы у аграриев еще очень много. В Ишимском районе самые большие посевы бобовых культур в регионе – более 11 тысяч гектаров. Например, в агроферме «Колос» на полях с горохом работают все 6 комбайнов предприятия. Уберем горох, перейдем на ячмени первые сроки, ну а там, по всей вероятности, пшеница, икар у нас, как бы, первые сроки посева тоже уже на подходе, поэтому... Добавлю, сегодня средняя урожайность гороха по Ишимскому району почти 30 центнеров с гектара. Специалисты прогнозируют, это не предел, а значит, уборочная кампания будет непростой. Благоприятна масса – это зерновая масса, большая масса соломы. Нагрузка на комбайн будет очень большая, она уже есть большая нагрузка, получается. Нагрузка на транспортную, на отвозку зерна. Конечно, достанется и сушильному, и сортировальному оборудованию, всем достанется, и нашим механизаторам. Поэтому я призываю наших специалистов, руководителей более активно выходить на уборку, потому что лучше молотить в августе, чем в октябре.